Привет, друзья! Вы хотите найти оригинал Station 922 МКВ? А что если я вам скажу, что мы никогда его не найдем? Подумайте сами, что у нас осталось от этого ролика. Ничего. Как ничего, у нас есть вот эти фото. Это фейк. Даже эти три кадра фейк. Значит, скорее всего, это фото фейк. И в крипипосте ложь. И звуковая дорожка тоже фейк. И даже эти видео, которые выложил в сеть Антон Терехов на канал «Фейк взлом» тоже фейк. Мне очень грустно и жаль, что Антон сделал эти видео. Но это скорее всего фейк. Группа СТ-922 нашла дом, где сняли это видео. И все. Больше ни одного настоящего кадра нет. За 7 лет мы почти ничего не нашли. Только дом и все. Если мы так мало нашли за 7 лет, значит оригинал нам не найти. Но кто знает. Может, что-то из фото не фейк. А Антон действительно много работал и нашел реальные отрывки из оригинала. А оригинал группы СТ-922 найдет этим летом. Помните, все, что тут сказано, это теория.